Я рад, что вы снова с нами. Сегодня мы продолжим серию проповедей под названием «Созданы для понедельников», которая учит тому, как брать максимум от нашей обычной жизни и как Бог может превратить нашу работу в радость и даже в поклонение Ему. Мы рады, что вы с нами. Давайте перейдем к уроку. Жизнь у меня и так непростая, но попробуйте представить, что пятница — это ваша мама. Угадай, кто? О, нет, мама, я знаю, что это ты. Я знаю твой голос. Я принесла тебе и твоим друзьям молоко и печенье. Перестань просто так приходить ко мне на работу. И они не мои друзья, а коллеги. Все уже начинают думать, что я маменькин сынок. А что в этом такого? О, твоя мама здесь. Ребята, пятница пришла к нам, смотрите. Всем привет. Кто-то стыдится своей матери? Я принесла вам свежеиспеченное печенье. Вот, угощайтесь. Он стыдится своей матери. Думаю, эта мать должна стыдиться его. Пятница — прекрасная женщина, она умеет печь. Вот если бы моя жена умела печь, наверное, вначале нужно обзавестись женой. Это тебе, Кёрк. А это тебе, Джастин. Скотт. А это без сахара. Спасибо, ты лучшая. Я не понимаю, как у пятницы мог родиться такой сын, как понедельник. Все в офисе считают, что его усыновили. Никто не считает его маменькиным сынком. Пятница просто супер! Я очень люблю, когда пятница приходит. Мы все любим. Она настоящий праздник. Понедельник не заслужил такую классную маму. Его точно усыновили. Я же все слышу. Как вы, церковь? Это было смешно. Мы уже вторую неделю изучаем тему «Созданы для понедельников». Я узнал много нового о понедельниках. Многие люди превратили понедельник в день сетований. В этот день мы сетуем значительно больше, чем в любой другой день недели. Согласно статистике, человек каждый понедельник по дороге на работу или с работы 10 минут жалуется на жизнь. Некоторые делают это дольше, но я верю, что у Бога есть для нас что-то больше, чем сетование по понедельникам. Бог не желает, чтобы наша работа была нудной рутиной. Я понимаю, что не всегда весело возвращаться на работу или на учебу, потому что вы устали от давления и стремления за хорошими оценками. Может, среда на вашей работе хорошая и вдохновляющая, но при этом работа тяжела. Я понимаю, но я уверен, что бывает работа и похуже. Поэтому я и решил проповедовать эту серию. Бог дал мне это слово для нашей церкви. Я считаю, что мы с вами, как последователи Христа, должны иметь другой взгляд на понедельник. Он желает, чтобы вы превратили свою работу в радость и увидели миссию даже в обыденных вещах. А вы знали, что можно превратить работу в поклонение? Ваша работа может стать местом поклонения. Откуда я это взял? Из Библии. Откройте Римлянам 12 главу. Это ключевой стих для всей серии. Римлянам 12 глава, 1 стих в переводе послания. Здесь сказано: «Итак, вот что я хочу, чтобы вы сделали с Божьей помощью. Возьмите вашу обычную повседневную жизнь, ваш сон, питание, хождение на работу и другие аспекты жизни, и положите ее перед Богом как жертву, понимая, что то, что Бог делает для вас, это лучшее, что вы можете сделать для Него». Вы берете свою повседневную жизнь, все, что вы делаете, и приносите все это Богу как живую жертву. Иными словами, я живой, но я полностью жертвую свою жизнь тебе и приношу ее тебе как добровольное пожертвование. Итак, если вы христианин, то ваша жизнь имеет другую концепцию. У нас другой взгляд на жизнь и другой план игры. А еще у нас есть Слово Божие, пособие, открывающее нам нашу цель и инструкции. А вы знали, что цель вашей работы — это не просто зарплата? Это большая неожиданность для некоторых из вас. Цель вашей работы — это не только зарплата, и сегодня мы поговорим о том, зачем вы работаете и как вы работаете. И то, как причина вашей работы влияет на то, как вы работаете.
В Библии об этом очень много сказано. Вначале я хочу показать вам из Бытия первой главы. Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте Бытие. Бытие все могут найти. Первая глава книги Бытие помогает вам понять, что значит «созданы для понедельников». Из этого отрывка я хочу, чтобы вы увидели, что вы были созданы по образу Творца. Вы не эволюционировали из какой-то жижи. Вы были удивительно и величественно созданы по образу Бога. Главный дизайнер сконструировал вас, глядя на себя. Вы были созданы Творцом, чтобы творить. Итак, сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Вы отличаетесь от деревьев, птиц и звезд. Вы созданы по образу самого Бога. Вы носите в себе образ Бога. У вас уникальный дизайн и уникальное призвание. Мы созданы по Его образу. И первое, как мы видим Бога, за работой. Если вернуться к началу, то в первом стихе Библии сказано, «Вначале Бог создал». Вы видите? Затем сказано, что Бог отделил свет от тьмы. Это 7 стих. Бог сделал. Далее 11 стих. Бог произвел, создал, сотворил. Бог постоянно делал что-то, и Он создал вас по своему образу. А в 15 стихе сказано, «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Это уже вторая глава. Бог поместил его туда, чтобы возделывать и ухаживать за садом. Тут сразу понятно. Какая профессия является самой древней? Ландшафтный дизайнер, а не то, что вы подумали. Древнейшая профессия в мире — это ландшафтный дизайнер. Вообще-то это была шутка, но, может, до вас дойдет позже. Итак, во-первых, я вижу, что Бог первым работал в Библии, а вторым был человек. Первым работал Бог, а вторым человек. Бог работал 6 дней, а потом после всей этой работы он говорит «это хорошо». Затем он помещает туда человека, чтобы тот трудился и ухаживал за всем, что он создал. Я нигде не вижу, чтобы Адам ныл из-за своей работы или жаловался на свое задание. Поэтому для начала нам нужно понять, что работа — это неплохое слово. Работа — это хорошо. Запишите где-нибудь себе «Моя работа от Бога». Это важный библейский принцип, который вам нужно понять на всю вашу жизнь. Вы проводите там большую часть своей жизни, поэтому вам нужно знать, что это от Бога. В Бытии мы читаем, что Бог взял человека и поместил его вместо работы. И это не было наказанием или последствия за грех. Греха еще вообще не было. Бог поместил человека в идеальное место и сказал ему, «Я хочу, чтобы ты здесь работал». Вы скажете, в этом-то вся и проблема. Адам был в идеальном месте, а я работаю в сумасшедшем доме. У нас там столько змей. Ну да, в мире есть последствия греха, и Бог даже говорит, что работа станет сложнее. Но заметьте, что Бог не уничтожил людей за грех падения, а решил искупить их. Он решил искупить нас с вами. Поэтому не забывайте, что вы были созданы Творцом по Его образу, дабы творить. Ваша работа от Бога. Это дает вам чувство цели и направления в жизни. Конечно же, стоит заметить, что есть работа не от Бога. Если какая-то работа не соответствует Божьим принципам, то она не от Бога.
Я должен был сказать это, ну так, на всякий случай. Бог вложил в каждого человека дары и таланты. И когда вы используете их для Его славы, то вы отражаете славу Божию в своей жизни. Итак, во-первых, работа от Бога. Второй пункт взят из послания к Колоссянам. Это очень важный отрывок. Пожалуйста, не цепляйтесь к тому факту, что там будет сказано, что мы рабы. Я не говорю, что рабство — это хорошо. Рабство никогда не было и не будет хорошим. Павел просто пытается донести важную мысль. А, кстати, Павел часто называет нас рабами Христа. Он называет себя рабом Господа Иисуса Христа. Некоторые чувствуют вас рабами на своей работе. Поэтому вам близка эта аналогия. Но Павел говорит здесь о том, что, что бы вы ни делали, делайте это от души, как для Господа, а не для людей. Итак, Колоссянам 3 глава, 22 стих. Читаем вместе. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Сюда входит все, что вы делаете, даже если вы уже на пенсии. Делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от самого Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Итак, что бы я хотел, чтобы вы запомнили сегодня? Запомните, пункт номер один. Моя работа от Бога. Далее, пункт номер два. Моя работа для Бога. Пожалуйста, запомните и вложите эту мысль себе в голову. Моя работа для Бога. Итак, если вы последователь Христа, то все, что вы делаете не для своей компании или школьного совета, не для бизнеса, корпорации или офиса, в котором вы работаете. Если вы последователь Иисуса Христа, то здесь сказано, что вы делаете это для Господа. Если вы владелец бизнеса, и вы делаете все для того, чтобы ваш бизнес рос, то вы должны это делать с мыслью о том, что вы делаете все это для Бога. Если вы ученик или студент, то сейчас ваша работа — прилежно учиться, и все родители могут сказать на это громкое «Аминь». Дети, вы учитесь для Иисуса. Вы делаете это не для учителей, а для Бога. Мы должны все делать как для Господа. Я понимаю, что у некоторых из вас непростая ситуация на работе. Но если вы поймете, что вы там неспроста, «Господь, я работаю не на начальника, а на тебя. Ты мой господин. Я понимаю, что здесь у меня есть миссия сделать ярче то место, куда ты меня поместил». У вас меняется взгляд на работу. И когда вы получаете какое-то задание от начальства, вы понимаете, это задание прямо с небес, потому что я работаю для Господа. Вы понимаете, я создан для этого. Но посмотрите еще раз на этот стих. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Это сразу же превращает понедельник в миссию. Я служу Иисусу. Я застрял здесь ради Иисуса. Я собираю эти данные для Иисуса. Я заключаю этот договор для Бога. Когда я думаю, что делаю это для Господа, то работа превращается в радость. Когда у нас появляется этот библейский взгляд, мы начинаем понимать, что вся наша жизнь священна. Священно не только то, что мы делаем в церкви, или когда мы молимся или читаем Библию, священна вся наша жизнь. Мы склонны делить нашу жизнь на сегменты. У нас есть церковная жизнь, рабочая жизнь, семейная жизнь, ну и так далее. Но Библия говорит «нет» и еще раз «нет». У тебя одна жизнь.
и Бог желает быть в каждой части вашей жизни. Я уже говорил, что мы поделили свою жизнь как комнаты в доме. Но Бог не желает быть комнатой, в которую вы иногда входите. Он желает стать основанием для всего дома, на котором вы строите свою жизнь. И когда вы так делаете, то понимаете, что все части вашей жизни священны. Не будьте атеистом по понедельникам. В понедельник утром многие становятся атеистами. Надеюсь, вы меня понимаете? Эти люди верят в Бога, но работают так, будто бы они не верят в Бога. Не будьте атеистом по понедельникам. Берите Бога с собой на работу. Если вы исключите Бога из своей рабочей или учебной недели, то вы исключите силу Божию из той сферы, где вы проводите большую часть своего времени. Некоторым из вас нужно взять Бога в свой рабочий день. У нас бывают такие дни. Возьми ребенка на работу. Это всего один день в году, но Бога нужно брать на работу постоянно. Ему там самое место. У Бога есть план для вашей жизни. Если у Него есть план, то разве вы думаете, что туда не входит и понедельник, и четверг тоже? Помните, у Иеремии в 29 главе, 11 стихе сказано: «Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Как Он может благословить вашу работу, если вы не приглашаете Его туда? Как Он может благословить вашу работу, если вы не приглашаете Его в свою рабочую или учебную неделю? Вы можете просить Бога благословлять всю вашу работу, бизнес и все, что вы делаете. У меня есть один друг. У него прямо на стене дома написан стих из 89-го псалма. Такие слова: «Да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй». Это молитва. «Господь, пусть Твое благоволение будет на всем, что я делаю, на работе, на бизнесе, и утверди дело моих рук». И Бог желает делать это. Он хочет благословлять вас и давать вам успех и процветание. Если вы поймете этот принцип, то поймете, что работа пастора ничем не святее, чем работа сантехника. Слава Богу за сантехников! Вы должны славить Бога за них каждый раз, когда смываете в туалете. Мое призвание в служении не является более святым, чем призвание механика. А вы же не хотите, чтобы я ремонтировал вашу машину? А механик одарен для этого. Любая работа священна, если она делается как для Господа. Вы нужны Богу там, куда Он поместил вас. Он сделал это для себя. И когда вы понимаете это, что Бог поместил вас на должность бизнесмена, механика или учителя, возможно, вам не очень хочется быть там, но просто будьте верными. Будьте верными там, где Он поместил вас. Когда вы начнете понимать, что ваша работа от Бога и для Бога, то это начнет влиять на то, как вы работаете. Далее мы откроем послание к Титу, 2 главу, 9 стих. О чем он говорит здесь? То, как вы работаете, как вы относитесь к своему работодателю и как вы проживаете свою рабочую неделю, должно делать Иисуса привлекательным. Вы делаете Иисуса известным, и вы делаете это, не проповедуя о Нем. Итак, Павел пишет: «Поучай рабов, чтобы они были во всем послушны хозяевам своим, старались им угодить и не противоречили им ни в чем, и не крали у них, а проявляли полнейшую преданность, чтобы они во всем приносили добрую славу учению Бога, Спасителя нашего». При этом, смотрите, вам не нужно влезать на свой стол и проповедовать об Иисусе, кричать всем вокруг. Так вы только напугаете людей, а не сделаете Иисуса известным. Я считаю, что вы, как христианин, должны быть лучшим работником на своем рабочем месте. Вы должны быть лучшим работником, вы должны приходить пораньше и быть готовыми к работе, вы не должны постоянно опаздывать, вы не должны играть в косыночку, когда никто не смотрит, да-да, и не должны проверять Facebook.
Тут написано, что вы должны быть все лучшими и надежными, а не воровать время у работодателя. И тогда Бог будет выглядеть хорошо и привлекательно. Мы должны понимать, зачем проходить вторую милю, потому что мы знаем, на кого мы работаем. Мы работаем на Иисуса. Если вы будете так работать, то вы будете выделяться. Никто не может помешать вам стать исключительными, кроме вас самих. Когда вы делаете все, что в ваших силах, Бог сделает все остальное. Он даст вам повышение и переведет вас на новое место. Он благословит вашу работу, а также заставит других задуматься, почему вы именно такой. И когда они поймут, чей вы, это сделает Бога привлекательным в их глазах. Тогда, если вы начнете говорить с ними о Боге, ваши слова будут иметь вес. Вы должны быть лучшими. Смотрите на это так. Ваша задача — сделать Иисуса привлекательным. И вам еще и платят за это. По-моему, круто. Если вы работаете на государственной должности, то государство платит вам за то, что вы указываете людям на Иисуса. Что? Вот именно так оно и есть. Если вы работаете в торговом центре, то торговый центр помогает вам исполнять вашу миссию. Вот как я это вижу. Вы не только работаете на Бога, но и с Богом, чтобы сделать Его известным. Ведь первое послание к Коринфянам говорит нам, «Ибо мы соработники у Бога». На самом деле здесь сказано, что мы соработники с Богом. Это 3 глава, 9 стих. Когда вы начинаете понимать, что ваше призвание — это призвание от Бога, каким бы ни был ваш род деятельности. Деятельность — это еще одно значение слова «призвание». Когда вы понимаете это, ваша карьера обретает ясность. Вы понимаете, что у вас есть миссия. Вас каждый день на работе или на учебе окружают люди, которым нужен Иисус. Вокруг вас постоянно есть люди, которым нужен пастор. Что делает пастор? Просто указывает вам на истину и на Иисуса. Людям нужен тот, кто будет их пасти. Скорее всего, они никогда не попадут сюда, и меня это не расстраивает, потому что у них есть вы. Поэтому Бог поместил вас именно там, где вы будете светом посреди тьмы, и будете направлять людей к Иисусу. Вы — часть Его миссии, которую вы можете выполнять прямо на рабочем месте, а ваш работодатель еще и платит вам за это. Круто! Так и было с нашим другом по имени Джесси. Джесси понял этот принцип. Он понял, что Бог хочет использовать его там, где он находится. Я предлагаю вам посмотреть его историю. Перед тем, как я отдал свою жизнь Христу, я жил в неблагополучном районе. Было несложно подружиться не с теми ребятами. Я погряз так глубоко, что надежды не осталось. Но затем я нашел церковь общения со Христом. Там мне помогли сделать разворот моей жизни, и я открыл христианский барбершоп. Как христианин, я считал своим долгом помогать тем, кто сидел у меня в кресле. Я говорил им, если я смог все изменить с Божьей помощью, то и вы сможете. Один из моих друзей переживал сложный период жизни, от него ушла невеста, он впал в депрессию, я воспользовался ситуацией и пригласил его в церковь. Во время хвалы Господь коснулся его, и он начал плакать и принял спасение. На прошлой неделе я видел, как он уже служит в церкви. Какое же это сильное благословение. Служение не должно быть только в церкви. Мы должны распространять Евангелие повсюду. Если вы спросите меня, как мне делать то же на своей работе, то Бог даст вам время и возможность рассказать кому-то Евангелие. Я люблю осознавать тот факт, что я могу делиться этим Евангелием с каждым, кто сядет в мое кресло. Со Христом возможно все. Видите? Он светит прямо там, где находится. Знаете, что прямо там, где вы находитесь, вы ответ на чью-то молитву. Может, какая-то жена молится, «Господь, пошли в мою жизнь мужа,
благочестивого мужчину, потому что ему нужен тот, кто направит его к Иисусу. Такой муж может работать прямо рядом с вами. Такой ребенок может учиться рядом с вами, потому что кто-то молится за него. А вы ответ на молитву каких-то родителей, которые уже много лет молятся за своего сына или дочь. Господь, пошли в его или ее жизнь человека, который будет говорить истину и укажет на Божий путь. И он посылает вас для этого. Иисус сказал, что вы свет миру. Город на горе невозможно спрятать. Зажженную свечу не прячут под корзину, а ставят на подсвечник, чтобы ее свет был виден всем в доме. Пусть ваш свет так сильно светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего Отца Небесного. А вы должны понять, у вас на работе есть люди, которые не имеют всего этого. И ваши слова будут единственными добрыми словами, которые они слышат. Ваши слова поддержки будут единственной поддержкой, которую они получат за неделю или даже за месяц. Поэтому поддерживайте людей. Я хочу дать вам несколько советов. Во-первых, молитесь за свой день. Со следующей недели начните молиться за каждый свой день. Приглашайте Бога в свой день. Молитесь за свое расписание. Господь, как мне изменить мое расписание, чтобы найти время для людей? Если у вас все расписано по минутам, то у вас нет времени на людей. Молитесь за свой день и молитесь за людей, которые вас окружают. Если у вас встреча с кем-то, спросите у Бога, как вы можете добавить ценности этому человеку, поднять его настроение. Итак, молитесь за свой день, а во-вторых, распространяйте любовь. Скажите «распространяйте любовь». Это неплохой девиз для церкви. «Распространяйте любовь». На работе делайте это осторожно, иначе вас могут вызвать в отдел кадров. Библия говорит, что Бог есть любовь, а еще Библия говорит, что любовь добра. Попробуйте быть на работе добрыми. Если то, что происходит здесь, не влияет на то, что происходит там, то я не справляюсь со своей работой. Церковь — это не здание, а церковь — это вы всегда и везде. Куда бы вы ни шли, вы несете с собой Евангелие и послание надежды. Евангелие меняет города. Оно меняет Флориду, меняет Нью-Йорк. И я так этому рад. И это лишь начало. Так что давайте нести это в массы. Давайте изменим свое отношение к понедельникам. Поймите, что Бог и Его Дух всегда идут с вами. А Его сила направляет вас с понедельника по пятницу. Поэтому осознайте присутствие Бога в вашей повседневной жизни и внесите божественное начало в свои понедельники, вторники, среды, четверги и пятницы. Спасибо за то, что были с нами. Идея о том, что все аспекты жизни священны, радикальна. Когда мы полностью отдаем себя Богу, Он может взять нашу обычную жизнь и сделать с ней нечто необычное. Наша работа может стать радостью и поклонением. Библия говорит, что Бог утвердит дела ваших рук, сделает вас успешными и даст вам свое благоволение. На следующей неделе мы закончим серию, созданную для понедельников. Надеюсь, мы увидимся снова.